Холодно будет. Наконечник стрелы из кости. Похоже, монгольский. Это была свистящая стрела. Такими монгольские стрелки запугивали и путали врагов. Что-то вроде паспорта. Ее обладатель мог говорить от имени правителей Монгольской империи. На ней написано: «Силою вечного неба, указ императора. Тот, кто не будет с благоговением относиться, да будет виновен». Мне нужны дрова, чтобы разжечь костер. Византийская боевая галера? Она-то сюда как попала. Это монгольский. Они прошли здесь. Затерянный город наверняка близко. Наверное, там что-то есть. Thank you.
получилось. Теперь надо узнать, что там находится. Чем было брать с собой столько добра? Все кон... Описываются приемы стрельбы из лука, применяемые врагами Византийской империи. Византийский медальон. Очень красивая эмаль. На портрете стерто лицо. Похоже, это был портрет пророка. Наверное, они были вынуждены скрывать свою веру. Я тебе не враг. Это мы еще посмотрим. Ты убила тех людей. Я убивала, чтобы выжить. Как и ты, подозреваю. Сколько они уже здесь? Несколько дней. Многих из нас взяли в плен. Лучше уходи отсюда, пока не поздно. Я не могу. Я пришла по важному делу. Как и они. Еще раз тебя увижу, всажу стрелу в глотку. Мы с тобой на одной стороне. Я постараюсь это доказать. Что там происходит? Итак, тут живут люди. И живут, похоже, давно. Десятки, а может и сотни лет в изоляции. У нее на платье был узор, какие были распространены в Византийской империи. Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно о затерянном городе и святом источнике? Ясно, что Троица сделает все, чтобы это выяснить. Кем бы ни были эти люди, боюсь, они в большой опасности. Надеюсь, поговорка про врага моего врага окажется справедливой.